Дорогие друзья, в этом году Южноуральский государственный университет закончили 5500 студентов. Среди них были выдающиеся выпускники. Одна из них, Яна Краева, опубликовала 6 работ в области интеллектуального анализа больших данных и получила первую премию за работы в этом направлении немецкой компании SMS Group. Южноуральский государственный университет всегда отвечал требованиям времени. Выпускники нашего университета имеют хорошую возможность получить престижную работу не только в российских, но и зарубежных компаниях. Дорогие выпускники, я желаю вам быть здоровыми, счастливыми и успешными.